Царю зверей в Ивановском зоопарке тесно. Пара белых львов Мартин и Ника в наш город приехали еще котятами поздней осенью 2015-го. На кадрах видно, какие они были маленькие. Два года спустя в вольере значительно подросшим хищникам стало тесно. Администрация зоопарка приняла решение построить новый вольер. Он будет расположен в самом сердце зоосада. Там разместят любимые игрушки львов и большую площадку для прогулок. Сметная стоимость просторного вольера около 2 миллионов рублей. Переезд запланирован на лето будущего года. Ютиться в тесноте белым львам осталось недолго. Сотрудники зоопарка переезд торопят еще и потому, что ждут от Мартина и Ники пополнения. Закупаются какие-то строительные материалы, и мы уже планируем на следующий год для львов построить вольер, поскольку я думаю, что в ближайший год, полтора, она уже станет мамой. Поскольку животные зоопарковские, не из природы, поэтому более-менее нормально. Более-менее нормально. Половая зрелость наступает у самцов 3 года, у самки в 4, но бывают какие-то сбои, поэтому мы и говорим, что где-то год через полтора вот так вот.